встречи. Ну что ж, 7-5. Я думаю, что если бы сейчас Антон Гусев несколькими минутами раньше не забил седьмой мяч, то 6-5, и в этой игре оставалось еще минута целая для того, чтобы сравнять счет. Я уверен, что те, кто пришел сегодня на стадион и смотрит за этой игрой, нисколько не разочарован и не сожалеет о том, что он пришел на эту игру. 7-5. Это ли не игра, это ли не показатель мастерства команд? Те и другие боролись, и те и другие хотели победить. 7-6. Вот вам и пожалуйста. К сожалению, я не успел заметить, кто забил. Ну что ж, и буквально прям за несколько секунд до конца встречи счет стал...